Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о самых распространенных ошибках при уходе за домашними крысами. Домашние крысы – умные и обаятельные грызуны. Они способны стать идеальными питомцами при правильном уходе со стороны владельца. О чем важно не забывать при содержании этих животных? Какие неправильные действия хозяина могут существенно снизить качество жизни такого питомца? Давайте разбираться. Итак, представляем вам 5 самых распространенных ошибок при уходе за домашними крысами. Выбирать для крысы неподходящее ей место жительства – первая ошибка. Домашние крысы должны жить в клетках, а никак не в аквариумах, коробках или стеклянных банках. Этим животным нужно собственное большое пространство для игр и перемещений. Желательно, чтобы такой дом ограждали железные прутья, которые крыса не сможет перегрызть. Также важно, чтобы в клетке крысы были игровые активности, например, лабиринт и колеса. Неправильное и несбалансированное питание – вторая ошибка. Домашние крысы склонны к кишечным заболеваниям и ряду пищевых аллергий, поэтому владельцу такого питомца необходимо уделять тщательное внимание составлению рациона для зверька. Крысам нельзя давать жареную, острую, соленую и очень сладкую пищу. Этим животным по вкусу больше придутся крупы, необработанные семена тыквы, подсолнечника и изюм. Не заботиться о здоровье зубов – третья ошибка. Хорошие зубы – один из самых важных показателей здоровья любого грызуна. Чтобы поддерживать их в отличном состоянии, хозяин должен регулярно класть в клетку палочки и сучки, с помощью которых грызун сможет стачивать передние зубы. Также важно не пропускать профилактический осмотр животного у ветеринарного врача. Забывать о том, что для домашней крысы страшна любая резкая перемена температур – четвертая ошибка. Крысы плохо переносят перегревы, переохлаждение и сквозняки. Владельцу таких грызунов важно заботиться о том, чтобы их питомец всегда находился в помещении с оптимальной для него температурой. Не уделять домашней крысе достаточно внимания – пятая ошибка. Домашние крысы, как и другие питомцы, нуждаются в регулярном общении со своим владельцем. Эти грызуны очень сильно привязываются к своему хозяину и грустят, если он долгое время не приходит с ними поиграть. Для поддержания хорошего физического и психологического состояния этим зверькам необходимы ежедневные прогулки по дому вне клетки под присмотром владельца. Мы перечислили самые распространенные ошибки при уходе за домашними крысами. Не допускайте их, будучи владельцем такого обаятельного и любопытного грызуна. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!